Отпустите ли вы свою девушку на стриптиз? Не, у меня девушка стриптиз не танцует, поэтому не отпущу. А посмотреть? На свою жену? Я дома каждый день смотрю, как она стриптиз танцует. А жене посмотреть? А жене посмотреть? Да и меня достаточно. Вообще, как бы я отношусь к стриптизу очень положительно, если это очень красивое там зрелище, но, наверное, только со мной. Я же хожу, значит, она может идти. Нет, не отпущу. Дома надо смотреть. Нет. Почему? Потому что мой молодой человек, да, и чтобы не смотрел ни на кого больше. Да. Но почему нет красивых женщин посмотреть? Не для этого женились, чтобы вместе жить. Зачем мне стриптиз? У нас дома всего хватает. Да никогда в жизни. Я сам ей покажу стриптиз. Да, потому что доверяю молодому человеку своему. Нет, не отпущу. Пусть щи готовит дома. Да давно уже отпустил. Ее уже нет давно. Нет. Нет. Она у меня так ходит. Без меня. Она молодая еще у меня. Да. Ну, потому что я уверен в себе и уверен в том, что она любит меня. Какая разница, стриптиз, что страшного? Я смотрел стриптиз. Ну, я вместе схожу с ним.